Я думал, буду самый первый сегодня. Как-никак, четверг. Думаю, буду самый первый. Солнце еще не ярко вышло. Только-только из-за тучки появилось. А на пляже уже народ. Время еще нет 8 часов. А, тут понятно. Ночники, так называемые. Палатки стоят уже. И там вот смотрю, возле скалы намыло немножко, берег далеко вышел вперед. Наверное, что-то рухнуло. Надо будет сходить на днях, посмотреть. Сделать сюжет. Но пока поищем рыбаков. Они с рассветом приходят сюда. Поищем, поищем. Пока никого не вижу. Опа, один есть. Кто это у нас такой? Сейчас подойдем, поинтересуемся, что он поймал. Ну, вон ведро стоит. Надеюсь, оно не пустое. Ладно, пойдем пока дальше. Так. Шезлонги раскладывают уже. Хочешь на них, хочешь на песочке. Я на песочке, у меня специальная подстилочка есть. Так. Народ уже купается. Начался день. Ну, пока еще утро. Для кого рабочий день, для кого отдыхающий день. Так и не восстановили после шторма разорванный вот этот вот спуск с вышки. Наверное, до конца лета не восстановят, времени осталось мало. Хотя в сентябре ожидается массовый заезд пенсионеров. Итак, пойдем смотреть, какое же море. Вот в эту точку мы и пойдем сюда. Доброе утро! Смотрю с берега, единственный рыбак. Ну я нашел на камеру только единственный нашел. Остальные разбежались. Хоть что-то поймали, нет? Да. А можно похвастаться? Как? Видите, поймали что-то. Ну, для кошки хватит. Нормально. Это самое главное удовольствие, правильно? Конечно. Главное сам процесс. Проснулись, накачивают, разворачивают свои арт-объекты. Рыбачок пока не уходит. Видно, клюет. Народа прибавляется. На этой стороне уже делают утреннюю гимнастику. Готовится к заплыву. Тоже народ прибавляется. А вот там что-то стоит у самого берега. Конструкция непонятная. Ну ладно. Итак, сегодня 19 августа 2021 года. 8 часов 15 минут. Сейчас 8 часов 15 минут. Вот иду купаться. Вода обалденно теплая. Так. Но мутновато.
катятся и волны идут, поэтому вода сегодня у берега мутновата. Спасибо за просмотр, сводки новостей, пляж Рыбиловка. 8.45, контрольная съемка перед уходом с пляжа. Медленно народ собирается, медленно.